Да, ребятушки, если вы не заметили. Можете называть меня отцом после этого. Это мой breakfast. Я еще не мылась, не умывалась. Мне не горячей воды вроде как. Или есть, я не знаю, еще не проверяла. Я так ненавидела раньше завтракать, а так я сейчас люблю. Короче, я приехала в Питер. Я поздравила сестру с днем рождения. Еще до этого я была в Москве, я была на последнем концерте френдзоны. Надо еще сходить в Питере. И всем вам тоже, кто в Питере, советую, потому что это как бы надо прожить вместе, прорыдаться вместе. Я не знаю, последние 3 года я слушала только френдзоны, и сейчас она уходит. Последние 3 года я работала в социальных сетях, она сейчас уходит. Я не хочу уезжать больше отсюда никогда. Хаотичный говор сейчас был такой. Ну, короче, если вы смотрели меня на ютубе, вы знаете, что вот в этой квартире со смайликами тут тараканы бегают немножко. Да, вот такая я. Beach rich girl Chuck. Okay, yes. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, мои родители их травят, они их убивают. Но это не говорит о том, что типа их больше никогда в жизни не будет, потому что мои соседи потрясающие снизу, наконец-то они съезжают продать свою квартиру и уезжать отсюда просто к черту на колесики. Не хотят травить. Потому что для этого надо что сделать? Уехать из квартиры, потом ее надо помыть. Короче, я сейчас утром просто подушню вам в уши, насру туда, чтобы потом весь остальной день никакие душнилы, даже если похуже, чем я, они уже не смогут так же хорошо справиться с этим. Сейчас, секунду. Последнюю минуту духоты, и я пойду кушать, и не буду вас задерживать больше в этом прекрасном дне, солнечном, питерском. В общем, чтобы потравить тараканов, нужно запариться. Они этого делать не хотят, поэтому у нас у всех, у всего чертова подъезда тараканы были, крысы больше нет. Короче, если здесь больше не будет семьи снизу, от которых бегут чертовы тараканы ко мне, я готова здесь прожить всю свою жизнь. Я хочу собаку. Для полного счастья мне нужна собака. Мне нужен свой бренд одежды. И мне нужен мой балетный станок и балетная школа, чтобы я могла там заниматься. Все. И я готова так прожить 1000 лет. Мне больше ничего не надо для счастья. Я предлагаю петицию. Я выдвигаю петицию на воссоединение группы Я выдвигаю... Ой, вот ролик. Нам долго его мучило.